чем же суть бизнеса с Vision? Каждый из нас совершает покупки в магазинах или торговых центрах. В некоторых отделах после совершения покупки нам дают дисконтную карту со скидкой в 5% или накопительную. По мере увеличения наших покупок в этом отделе скидку могут увеличить, как, например, в Литуале, до 15%. В компании Vision есть тоже свой торговый центр. И посещая его, еще до совершения покупок вам сразу дарят премиальную карту, по которой вы также сможете совершать покупки и в интернет-магазине, не выходя даже из дома. Делать доставка есть уже в 200 стран мира. А вот что же можно приобрести в этом магазине? Вся продукция эталонного качества, повышающая ресурсы человека. В первую очередь это натуральное клеточное питание для улучшения работы организма и приборы, измеряющие его ресурсы. Все направления, они придают энергию и увеличивают долголетие. Вторая группа – это направление для красоты. Сюда входят средства по уходу за кожей лица и тела. Это воплощение последних тенденций в мире косметологии. В третью группу входят направления для удовольствия. Сюда входят вкусные и полезные направления, которые поддерживают нашу стройность, бодрость и гармонию. Четвертая группа – это направления для стиля. Они представлены изящными аксессуарами с удивительными свойствами. Я и раньше тратила деньги на приобретение средств по уходу за собой. Например, на косметические средства. Покупала их в разных отделах, разных фирм, и не всегда, к сожалению, они мне нравились. А сейчас пользование французской косметикой, представляете, приносит еще и доход в мою семью. Витамины для семьи мы с мужем покупали в аптеке. А в Vision мы пользуемся отличной продукцией для всей семьи на очень выгодных условиях. С гарантией качества. Премиальная карта дает нам скидку уже на первую покупку от 20 до 40%. Мне это очень понравилось, и за обедом вместе с подругой я подарила ей такую же карту, и она приобрела продукт на 5000 рублей для своего пользования. В фитнес-зале я познакомилась с интересной женщиной, которая тоже подарила такую карту, и она для себя заказала продукт для контроля веса. А третью карту я подарила своим родственникам. И моим родственникам премиальная карта позволила уменьшить расходы на лекарственные средства. Благодаря этим действиям мой дисконт в компании вырос до 40%. И на мой бонусный счет пришло 5000 рублей, что позволило мне в следующем месяце заказать продукт на 5000 рублей бесплатно. Этой новостью я поделилась с подругой, и она решила сделать то же самое. Первую карту она подарила своему знакомому студенту. Вторую карту она подарила своей соседке, которая часто жаловалась на головную боль. Ну а третью карту она подарила своему руководителю на работе. И таким образом у нее тоже дисконт вырос до 40%. Ей также на бонусный счет пришло 5000 бонусных рублей. А мне компания в свою очередь перевела 1500 рублей вознаграждение на карту Альфа-банка. Довольные покупатели совершают покупки снова и снова и рекомендуют премиальную карту другим. Таким образом растет наша сеть и доход. И вы уже включаетесь в различные бонусные программы от компании. Первая из них – это бесплатные каникулы, где компания оплачивает вам путешествие. Растет сеть дальше, растет ваш доход, и вы уже включаетесь в следующую программу – автомобильную. Здесь компания оплачивает вам купленный автомобиль. За год существования программы более 100 человек получили автомобиль и позволили компании его оплачивать. Сеть продолжает расти, растет ваш доход, и уже он может достигать 500 тысяч рублей в месяц и более, и вы включаетесь в следующую программу, программу Luxury Bonus, где вы можете получить 50 тысяч евро, потратить их по своему усмотрению. И в завершении, для тех, у кого хватило интереса досмотреть видео до этого момента, могут возникнуть вопросы. Например, с чего мне начать? Для этого попросите премиальную карту у того человека, который показал вам это видео, сделайте заказ и узнайте о ближайшем стартовом семинаре, онлайн или офлайн. Второй вопрос. Как мне для начала попробовать что-нибудь из продукции? Выберите себе продукцию из каталога и обратитесь к вашему консультанту, чтобы ее заказать.
Третий. Здесь может быть любой вопрос, который вы можете задать человеку, показавшему это видео вам.